друзья, а это как раз центр мы зашли, Золотой Хохломы. И здесь уже все продается. То, что мы видели, там изготавливали. Здесь продается и уголок детский. Сколько вот он стоит? Лошадка. Зеркальце. Давайте посмотрим. Шкафчик весь заполнен. Как конфетки какие-то. Давайте посмотрим цены. Вот такой вот платок, который вкладывали в шкатулку и дарили. То есть 4400 платок и шкатулка, естественно. Наверное, столько же. Сколько вот шкатулка? Даже дороже такие шкатулки. То есть 10 тысяч подарочек может встать. Ну, удовольствие не дешевое, но зато интересное. Тут даже иконы, друзья. Прошлогоднее видео. Посмотрите, у меня там иконы я снимала не на втором этаже, а на третьем этаже. Есть здесь. Еще у нас здесь предстоит обед в каком-то ресторанчике. Посмотрим. Друзья, тут какой-то автошкола, наверное, собирается водителя. Экзамен или лекция.